Весь передо мной как лист перед трубой. Не. Он также закопан. А. Можно было голову себе не парить, да? Ядро в новом месте. А, точно. Дайте хоть один фонарик возьму, а то рот есть все. Нет, она почему-то старая. А. К вопросу о птичках, а почему она старая? Так, я не понял. Я что, какой-то не заменил? Еще есть сито . Это, конечно, любопытно, ну-ка. Почему это вдруг так вышло? У меня есть предположение, что тут игра вообще может менять файлы как-то. Устанавливается предыдущую. Ну ладно, я сейчас посмотрю еще раз. Делаю, но... Что-то как-то не вдуплил юмор. А, то есть ты так не показываешься, да? Или показываешь. Ни хрена не могу понять с этой генерацией дурацкой. Ничего не понимаю.
Ну, вилледжи вот эти вот морские я не трогал, это да. Не понял сейчас юмора я. Чё так, друг? Название надо поменять? А нет, хотя название меняю по умолчанию. Так, здесь у нас ядро внизу. Да. Ну-ка, сейчас еще раз попробую. Так, понял я, в чем дело. Почему-то файлы задублировались. Бывает такое. Так, средняя. Ладно, погнали, посмотрим тут. Сид сейчас тоже не важно. Главное, чтобы строение появилось. Посмотреть, как оно будет рандомизироваться. Есть вообще, по идее, настройки, которые вокруг строения делают плоскую область. На совместимые эти настройки здесь и так модов напихано, помимо того, что у меня здесь стоит. Точнее, то, что я делаю. Ну, обещает быть весело. Давай, загружайся, зараза. Я уже 4 часа тут парюсь. Просто постройки заменить. О, да, а тут красиво, кстати. Ответ. И все вернулось на круги своя, да? Вот это вот мне непонятно. Может, я не тот мод запустил? Да хоть посмотрим, что за базар. Да, базар тоже не тот. Ладно, продолжить. Понял. Надо поудалять нахрен всему. Удалять надо нахрен все моды. Если честно. Вот экспериментирую это довольно-таки долго. А вот так вот весь день можно такую вот ерунду построить. Я назову Imperium Galactic Survival. Разное, если кому интересно. Здесь очень просто много построек, которые можно хорошо модифицировать.
Так, погнали. Получилось или нет, а? Ага, нет, не получилось. Да, ядро здесь в этот раз нету. Значит, здесь проблема в самой генерации. Так, нам надо увеличить, по идее, на два блока, да? Да, мы расширим тогда давай на два блока. Его толщину. В принципе, у меня вроде все базы-то и были как раз там 2-4 блока вниз. Я уж не помню точно, нужно ли это. Ну ладно. Так. Здесь будет довольно-таки просто. Опу-хоп. Что ж, вернусь, когда сейчас все установлю. Мы загрузим с игру. Так, заменил. Вроде все сделал правильно в этот раз. Мод этот, да-да-да. А, пофиг, погнали. Посмотрим. Пам-пам-пам-парам. Это я вложу в раздел разное. Интересно, сколько серий получится. Я вот проще узнать, сколько у меня места осталось вообще на винче. А, еще нормально. Даже половина не занята. Так, все, все, уйди, уйди, противная. Ты тоже. Третий. Мне нужен мап, мне нужен годмод. Телепорт должен быть активирован. Так, и у нас тут что? Settlement. Все на скотинах капаешься. Только теперь еще хуже стало. Ай, господи. А вопрос почему? Если центр масс посмотреть. Того, в принципе, здесь быть не должно, да? Кстати, очень забавно. И почему она так вдруг начала? Вон присоливаться. Забавно, забавно. Слушай, если я поменяю на дронбейзе... Строение очень старое, друзья мои, одно из моих первых. Возможно, она просто не может. Кварталиться, что ли? Так, оно получается вообще все закопано, да? Почему она считает именно эту плоскость основной? Вот это вот странно. Монумент. Монумент, монумент. Что у нас, виллидж есть? Смотри, как хорошо виллидж-то стало. Тоже, видишь, капывается на несколько блоков, на 2-3 блоков капывается.
почему оно вкапывается нормально, а то нет. Вероятно, мне ту постройку придется полностью заменить. Да, ну я заменю на такие же, наверное, вилладжи. Или на другие попробовать. Подумать надо, подумать. Так, стоп, я кое-что, кажется, вспомнил. Строение старое, возможно, оно так и задумалось закопанным. Сейчас я кое-что посмотрю. Если оно реально задумывалось закопанным, вот в чем вопрос. То есть, к примеру. Так, ты меню давай возьму. Так, ракетная установка отладка, это мне не нужна. Угу. Импровизированно пройдем это, так сказать. Так, дальше мы идем сюда. Так. Почему есть возможность, что оно и должно быть закопанным? Турели из-под земли не стреляют. Я под землю, смотри, по ним ДПС не сманался. Обрати внимание. То есть оно и должно быть закопано, да? Так, погоди-ка. Мы идем тут дальше. Так, здесь мы аккуратненько проходим.
Я, конечно, не знаю, что я так делаю, но это надо, друзья. Хрена здесь эта дверь. А, точно. Нет, не точно. Зачем она? Не помню. Даже и не вспомню. Так, ладно. И дальше нам... Мы идем. Убиваем этого чудика. Берем бур. На платку идем на бур. Ракеты точно в меня не входят. Нет, они из-под земли стреляют. Ну ладно, так я год-мод вырублю. Изначально задумалась, вот в чем вопрос. Может, так и задумывалась? А я не помню, оно модифицировалось. Вероятнее всего, так оно и есть. Вероятно, да. Погоди, а ради чего он тогда его модифицировал? Тут что, так много лута, что ли? Ой, типуси мой, слушайте, прикольный цветочек. Так, а ради чего оно модифицировалось-то? Я не могу понять. Вспомнил. В общем-то, здесь довольно-таки приличное количество интересных ящиков. Поэтому-то я его и модифицировал. Но если здесь ресурсы, которые стоят этого геморроя, я думаю, друзья, надо бы положить их, да? Или они есть? Так.
Слушай, оно походу так и было задумано, я тебе могу сказать. Так вот не спрашивайте почему, я вот сейчас фиг вспомню. Да ёшкин ты матрёшкин, тут ящиков сдохнуть можно в утаче. Так, ну здесь понятно, дробовик попался. Здесь еще может что-то попасться. У меня уже голова отлично болит. Погодь-ка. Ага, поврежденный ящик здесь. Сюрпризом ящик. Так, так, так. Да, слушай, это старый мой данж. И он так задуман. Я говорю, только не спрашивайте, почему он так задуман. Я даже не помню. Слушай, я его вспомнил. Я делал похожие данжи, потом их переделывал, когда на сервере многие читаки пользовались какой-то плюшкой, вспомнил. Ведь уроды пользовались плюшкой, они из-под земли атаковали. Ты видишь, вот двойное строение. Раньше из-под земли не выталкивало. То есть не выталкивало, но вот был глюк, короче, какой-то. Сейчас, видишь, выталкивает. А эти козлы как-то залетали сюда, успевали ставить базу или ховер, и любое строение такое они просто фармили. То есть они там под землей сидели, каждый раз, когда на респис, они вылазили, это бачили. Поэтому некоторые строения мои были придуманы вот таким вот образом. Эта хрень еще стреляет, зараза. То есть это не ошибка. Это моя дополнительная была продумка. Забавно, да? Это как раз когда я начал ставить админские ядра. Блин, слушай, сколько воспоминаний об этой игре. Я, наверное, тебе так, что я здесь только не творил? Ну да. Это один из сложных данжей просто. Он так и должен быть. Не, а что, довольно прикольно. В принципе, берешь, откапываешь. Так, здесь они вроде на лифте не умеют подниматься. На меня мало времени не обращают. То есть видишь, что ты раскопками занимаешься. В принципе, общем целом. Смотришь, кто здесь есть. Ой, какая няшечка. Господи, этих цветочков, как я давно их не видел-то, а. Ой, как они меня доставали в свое время, блин. Чтобы в аду горели. А потом спускаешься, это всех весело мочалишь. Ну, или тебя весело мочалят. Да. Весело... вспомнил. Он также был слишком сложный. То есть здесь надо было открывать потихонечку, так как не развернуться. Да, все, вспомнил. В общем-то, это было из-за лагов, и так как был слишком сложный, то есть здесь никто не мог пролезть по-нормальному. Я сделал так, друзья мои, чтобы вы потихоньку открывали вот эти вот спаунилки и потихоньку уничтожали врагов. Я, слушай, забыл уже про это. Это очень сложный данжи. Наверное, все ситилменты я заменю вот на это вот.
Реально сложный, прикольный данж. Так, ладно, друзья. Пойду я дальше смотреть, что-то я хотел сделать. Но, блин, нахлынули воспоминания. Приятно, слушай. Так, разбираюсь я с постройками. Довольно много построек новых. Вот обратил внимание на такие маленькие. И решил переделать те, которые океанические. Потому что они как бы бесполезные. Оборонная мощь у них довольно хорошая. А... В общем-то, расширил контейнер. Поставил один на большой. А белый, другой красный. Здесь спрятал мне этот фиолетовый. Здесь поставил два контейнера. Белый, черный, там спрятал красный. В принципе, нормально, должно сгодиться. Так, давай-ка попробуем мир создадим, пока я выйду. Океанический, посмотрим как раз. Почему сбросилось? Вот это интересно. Так, ладно, погнали. Да я уж поудалял там сохранение. Сейчас все взглянем. Работы здесь много, в принципе, я понял, как это все делается, но на это нужно очень громадное количество времени. Ай, тут проще будет, слушай, пожалуй, проалгрейдить структуры именно NPC. Давай для начала сюда. Есть что-нибудь интересное. Я потом еще этих чудиков подмодернизирую. Не такая проблема. Насчет маркета, кстати, я не знаю. Трогать я его не буду. Здесь у них есть контейнеры, по сути. Очень довольно-таки неплохой строенец. Пущай, по-моему, гуру. Так, мне что нужно? Мне нужны эти дурацкие ресисторы.